Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1254, события дня. Даниила 9:19. Господи, услыши. Господи, прости. Господи, внемли и соверши. Не умедля ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. За 22 мая 2019 года и объявление. Так вот. Вот так. Муж глухонемой остался, умерли у нее дети. Умерла сама, дети остались. Тут без обмана все. Сбор. Сбербанк. Вот как, что. Задерживать и продолжаем дальше. Дмитрий, что можете порекомендовать почитать о Григории Распутине? Читаю Радзинского сейчас, но там он написан по воспоминаниям современников, мягко говоря, извращенцем. Вот один из эпизодов. Пишется, что царь терпел его только из-за жены. Было трудно найти более лживой информации о жизни Григория Ефимовича Распутина, как у богомерзкого иудея Радзинского Эдварда Станиславовича. Лично сам он никогда не видел Григорий, обрал все из жидовской прессы времен травли Распутина. Когда подобный пасквиль был опубликован, царь Николай повелел тщательнейшим образом расследовать описанный эпизод. В то время только в Москве по указанию Кагала было несколько двойников Распутина, которые всячески пытались дискредитировать жертву. Отчет жандармерии показал, что Григория Ефимовича Распутина в это время не было в Москве, а он шел пешком в крестном ходу, как пилигрим, далеко на юге. Ни один человек ни до него, ни после него не был так оболган по указанию еврейского кагала. Говори. Говори. Добрый день. Добрый. Ну а чем вы там занимаетесь? Не знаю, поди, что-нибудь готовите. Да ничего готовим, тебя здесь вспоминали. Ух ты, а что, думали, что я помер, что ли? Но... КамАЗ свалился в воду на бок. Прицеп обвалилась плотина, и вот сейчас зерно вытаскиваем, сколько можно. Это где? На каком месте? Второй мостик, прямо посредине почти. И вода пошла? Нет, вода не пошла. Вода... А как так прицеп? Он мог на машину затащить за собой? Ой-ой-ой, что ж делать-то? Что-то делать надо? Ну вот что, сейчас нагружаем, перегружаем. Ну надо будет все, нынче обязательно бульдозер, и он тогда все это расширит. Ну вот где его взять? Ну брать обязательно на Рыжковском, и там обязательно надо. Я уже об этом думаю. Ну я понял, да. Ну это подмыло, а может быть даже и бобры подгрызли. Как горе-то какое. Ну, благодарю, что позвонил. Хоть буду знать, о чем горевать перед Богом. Мне это как раз нужно сейчас. Потеряевки. Машина поехала по плотине с зерном и вытаскивает зерно сейчас. Обвалилась плотина. Узкая была, подмыла ее. Ну, не стащила машину. Ладно. Пошло и яростно оболгали Григория Ефимовича. Чем чудовище не ложь, тем скорее поверят, утверждал Йозеф Геббельс, министр пропаганды в рейхе Гитлера. Полагаю, что если человек рожден свыше, находится под благодатью Духа Божия, ни на минуту не сможет допустить в свою бессмертную душу эту гнусную ложь, кровопись против Григория Ефимовича Распутина. Ну а дальше я тут пишу. Не согласен с роликом с одним, составили. Сами просчитайте его. Тормозните и дальше пройдете.
Алексей Шахматов тоже все печалился, что такое сокровище, как Игнатий Тихонович, не хочет себя рекламировать, не думает об обложках. Ну что сделаешь? Действительно так. От слабого убегаешь, а она на тебя сзади. Это там про Романа говорит, тут про меня нет, я просто взял, что они говорят на нашем чате, так называемом содружестве. Ну вот все. Сами смотрите как. Что желаете, прочитайте, если вас это интересует. О, тут. Я вернусь сюда назад. Вот откуда-то было тут. Вот, допустим, отсюда. О Григории Евтимовиче. Потому что мне не видно буквы-то, как тут. А они опять стали туманные. Ну, то есть, барахлит аппаратура. Тормозите, можно считать. Не знаю дальше. Будет тут, нет. Видно. Просто берите, если интересно. А нет, значит, промелькнет мимо. Я объясняю, почему нельзя. Все на русский язык. Так, тормознуть и можно просчитать будет. Просто тормознуть надо и посчитать дальше. Тут хорошие мысли даются. Я сохраняю эту переписку. Дальше ее может не быть, а и самому придется, может быть, к ней обращаться.
священник, когда им пишет, у меня к вопросу. Может ли в запрете же священник исповедоваться, причащаться, где он хочет, любой храм РПЦ? Есть постановление патриарха Кирилла несколько лет назад, что такие священники могут причащаться только у бывшего архиерея. Насколько это законно? Ответ. Совершенно беззаконное требование это. И это все для тотального контроля над неугодными. Вот все вопросы задает, а я тут ему отвечаю. Отец Владимир Головин сказал, я по сравнению с ним, с Игнатием, мелочь. И показываю, вот, что он почему так сказал. Ну, не я его заставлял. Он вот решил, тут в гости ждем, приехать должен. Ну, что сказать. Третий день у меня очень плохо интернет. Не тянет. Прямо не тянет. И что делать, как? Вот сегодня мастер приходил тоже, но это уже четверг. А за среду было, я выходил на улицу, там смотрел провода, как, куда идут. Узнал, какая организация тут соседям провела. Они заплатили 25 тысяч, но я не могу это платить. Я телекомом пользуюсь. Ну и вот так. И что такое? Да так вот. Максим вышел. Все, отошел теперь уже. Хотел показать наши ресурсы. Ну, еще ресурсы. Вот мой мир. Я очень люблю эту систему. Mail.ru называют ее. Ну, тут сейчас не откроешь, потому что закачка идет. Да и так-то тихо идет. Он сам себя не проворачивает. Очень удобно писать письма. Вот пишет 77 писем непрочитанных. Ну, сейчас посмотрю, что где откроется. Ну, вот тут. Андрей Марченко. Празднует день рождения. Священник старообрядческий. И вот здесь моя страница. Вот тут я в шапке, где. Это именно такая другая с голубем. Там это дубль делает администрация. Вот она какое. Фотографий много. Сколько у нас фотографий? 22 413 фотографий. Ну и что еще? И так идет. Вот. Форум у меня что-то не открылся сегодня. Совсем не открылся. Сейчас вот попробую открыть, откроется или нет. Ну, раз тормозит, не дает, значит не дает. Ну, показать. Форум тоже большой у нас. Кажется, откроется что-то. 1600 тем разных. Вот он где вышел. Которые люди ждут ответа. Ну, теперь это надо на меня все. Ленточный. Открылся. Ну, он у меня здесь сзади. Ну, ладно. И дальше. Вот. Даже не могу увидеть, где тут. Вот она как выглядит. Это YouTube, наш видеоканал. Очень большой по размеру, много. По скайпу. Вот он, отец. Я перекачал к себе. Уже 320 зашло за 5 часов. Ну, для нас это много уже считается. 37 256 подписчиков и 36 087 130 просмотров. Ну и очень большой православный библейский сайт. Вот здесь.
Больше ничего такого у нас и нету. Ну, на этом конец.